В Югре проверят подходы к школам и детским садам. Такая необходимость обусловлена нарушениями, выявленными в рамках всероссийской акции «Дорога в школу». Глава региона Наталья Комарова отреагировала на вопросы парламентариев. Обнаруженные недочеты – это стихийные стоянки автомобилей возле учебных заведений, недостаточно оборудованные переходы. Было предложено выработать единый югорский стандарт. Губернатор поручила провести комиссионное обследование маршрутов детей до образовательных организаций и затем принять соответствующее решение.